Специалисты Звенигородского филиала МОСОБЛЛЕС ведут постоянное патрулирование территории лесного фонда вблизи садоводческих товариществ. Они информируют людей о правилах поведения в лесу, напоминают об основных нормах пожарной и санитарной безопасности. С начала года на территории Одинцовского и Русского городских округов лесники провели уже более 900 встреч и бесед и распространили свыше 1800 листовок и плакатов.